Итак, работа самого клапана. У него, в принципе, есть шток, который переключает потоки. То есть, если посмотреть внимательно, то сейчас он соединил две вот эти трубки и вот эту. В другом положении происходит соединение вот этой и вот этой. Соответственно, как происходит переключение? Если посмотреть внимательно, вот здесь вот есть трубочка 1, здесь есть трубочка 2. Откуда она берется? Она берется вот с этого клапана. Вот с этого тела клапана, она представляет внутри точно такую же, только вот эту вот часть, без вот этих вот полостей, фиговину. Вот такими же. Она точно такая же. Единственное, ее принцип управления происходит, вот эта вот полость находится из немагнитного материала, в данном случае нержавейки. И здесь просто подпружиненный шток, который при срабатывании электромагнита втягивается просто сюда. И переключается, соответственно. Получается у нас переключение следующим образом. Сюда у нас подключается трубка нагнетания компрессора, сюда подключается трубка всасывания компрессора. Соответственно, как только у нас в одном из положений находится вот это, допустим, вот это, у нас получается одна из трубок подключена к испарителю, другая к конденсатору. Вот, в данном положении будем считать условно, что вот это вот он работает в режиме холода. То есть у нас компрессор нагнетает в конденсатор, и с испарителя, соответственно, идет на всас компрессора. Как только переключается четырехходовой клапан, первый щелчок, который мы слышим, здесь переключается вот этот шток, намагничивается. Для того, чтобы передвинулось тело самого четырехходового клапана, необходимо, чтобы компрессор запустился. При запуске компрессора у нас, соответственно, будет попадать давление высокое через эту трубочку вот сюда. И будет двигать поршень. Соответственно, с этой стороны будет создаваться разрежение, которое будет делать всасывание компрессора. И поршенек у нас спокойненько передвинется. Это у нас получится, он тут же переключился на режим обогрева. То есть у нас начал в ту магистраль, которая шла на испаритель, у нас начало нагнетаться. Соответственно, с патрубка нагнетания. И, соответственно, с конденсатором все пошло на обратную сторону. То есть пошло все, скажем так, в компрессор. Вот таким, в принципе, нехитрым способом работает этот клапан. Как только происходит его отпускание изначально, да, у нас, если в контуре нету переходных давлений, то есть у нас везде он стабилизирован, то у нас изначально вот это тело тоже стоит. Оно у нас начинается переключение только в тот момент, когда непосредственно начинает запускаться компрессор. И тогда потихоньку шток опять же начинает плавно передвигаться, потому что сюда теперь попадает пар высокого давления, а здесь создается разрежение. Вот таким образом работает четырехходовой клапан.